Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Охотникова, я художник-акварелист, рисую птиц. Сегодня мне выпала честь быть обозревателем сентябрьской коробочки от проекта Doodle & Sketch Deal Box. Это специальная программа, по которой вы можете приобрести коробочку с определенным набором художественных материалов, и обойдется это вам гораздо выгоднее, чем при покупке в любом розничном магазине. Итак, ко мне пришла коробка вот в таком замечательном пакете. Прислали мне ее при помощи службы EMS. Я ее пакет уже разрезала. Коробочку мы с вами достаем. И что же мы видим? Замечательная крафтовая коробочка, прекрасно оформленная, завязана такими веревочками. Что же, будем открывать и смотреть, что там внутри. Берем большие ножницы. Итак, открываем. А здесь все очень красиво и креативно. Приветственное письмо. Получите, распишитесь. Дальше. Все для вашего творчества. Doodle & Sketch. Такой проспект, в котором рассказывается о проекте, чем они занимаются, какие они большие молодцы. Дальше замечательная бумажная паутинка. Очень трогательная. А здесь целое богатство, я должна сказать. Три кисточки с резервуарами для пленерных зарисовок. Я еще не пробовала такими пользоваться. Думаю, сейчас вот мне выпадет прекрасный шанс. Я так понимаю, что они разных номеров, разной толщины. Посмотрим. Очень интересно. Здесь на обороте написано и показано, как ей пользоваться. Открутить, налить воды и вперед. Замечательно. Так, еще одна кисточка. Рублев. Это прекрасная фирма, которая производит кисточки высокого качества, и мне досталась как раз синтетическая. Вот такая большая. Номер 9. Прекрасная кисточка, круглая. Дальше. Бумажные платочки. Незаменимая вещь для акварели. Потому что я, вот, например, всегда пользуюсь или платочком бумажным, или салфеткой, или полотенцем бумажным для того, чтобы сушить кисть, вытирать ее или собирать лишнюю влагу с листа. Прекрасная вещь. Я знаю, что некоторые художники пользуются многоразовыми тряпичными тканевыми салфетками. Скорее всего, они их потом стирают и используют. Но вот я как-то... Мне удобнее именно бумажным. Так что вот эти мне точно пригодятся. Дальше. У нас целая россыпь краски в тюбиках. Один тюбик, охра желтая, это краска от низкой палитры. Прекрасный цвет, я его очень люблю, он у меня в моей рабочей палитре есть, именно от низкой палитры. Он дает замечательные желтые оттенки, такие не очень яркие по сравнению с желтыми цветами лимонным или азор, но прекрасные такие вот солнечные оттенки может дать вам охра желтая. Ван Гог, замечательный ультрамарин в кобальт и меридиан. Тоже прекрасные краски. Я уже пробовала рисовать Ван Гогом. Они прекрасно ложатся и проявляют себя очень-очень хорошо. А вот это у нас вот мне неизвестная марка. Это White Class Mission. А, это Mijello. Очень много слышала об этом бренде. И я очень рада, что мне теперь выпала такая возможность попробовать их. Что у нас? Какие цвета? Голубой цирулин, розмедер, лимонный желтый, розовый, серый-серый и сепия. Вау! Еще одна сепия. Вообще сепия, мне очень нравится этот цвет, потому что я не особый
поклонник черного цвета в акварели, а вот сепия в сочетании с фиолетовым или с ультрамарином дает прекрасные темно-серые оттенки, которые нужно использовать вместо черного. Она прекрасно делает тени и темные пятнышки. Еще сепией очень хорошо рисовать дерево. Так, у меня дальше попались три красочки в кюветках. Это тоже белая ночь, невская палитра, белила цинковые, бордо и зеленая светлая. Прекрасные красочки. Бордо, кстати, вот я не пробовала в низкой палитре. Будет очень интересно посмотреть, что это за цвет и как он себя ведет. Кстати, у всех могут цвета и наборы сильно отличаться. Могут отличаться. Мне вот попались такие. Будет интересно, что попадется вам. А что у нас дальше? Дальше у нас батончики. Батончик мюсли и батончик овсяный с бананом. Вкуснотища. Это как раз для тех, кто настолько увлекается творчеством рисованием, что забывает пообедать, позавтракать или поужинать. И вот такие батончики могут быть прекрасным способом перекусить и перезарядиться энергией. Далее у нас очень смешные стикеры. Doodle Sketch с очень смешным таким зеленым человечечком. Я уже знаю, куда я их наклею. У меня есть прекрасный скетчбук, который я очень люблю. И вот, скорее всего, на нем они теперь будут жить. Ну и напоследок. Последнее, что в коробочке, это прекрасная бумага, склейка от Фабриано. Размер 18×24. 300 грамм плотность, холодный пресс. То есть у нее будет очень прекрасная такая средней зернистости структура. И вот эта бумага акварелло, она идет смешанная, 25% хлопка и 75% целлюлозы. Очень хорошая бумага, она плотная, прекрасно выдерживает все акварельные разводы, рисование по мокрому и так далее. И да, как раз для акварелиста то, что нужно. Бумага от Фабриано. Ну что же, это все. Сложим все это обратно, чтобы снова полюбоваться всем богатством, во всей его красе. Кисточки. Вот такая замечательная, просто вот прекрасная коробочка от Doodle Sketch. Ну а теперь что? Следующий этап. Нам предстоит что-нибудь прекрасное сотворить с тем, что у нас попалось в этой коробочке. Мы нарисуем птицу. Это будет очень красивая, яркая птица, потому что у нас достаточно много цветов интересных для того, чтобы показать и перышки, и тени, и все, что угодно. Нетерпением жду, когда смогу все это опробовать на практике.